Я, юные наши борцы, обращаясь к вам, я хотела бы потихонечку начать приветствовать наших гостей. Сегодня мы собрались в этом уникальном месте, и у нас действительно очень много гостей. Я, конечно, хотела бы начать с самого старшего, Израила Арсамакова. Ваши аплодисменты. 1988 года, вице-чемпион мира 1986 года по тяжелой атлетике. Да. Дети слышат? Слышат. Хотела бы представить абсолютного победителя, чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Атауба. Ваши аплодисменты. Прилетели, приехали специально для встречи с вами, потому что мы сегодня собрались по случаю десятилетия журнала «Борцовский круг», который выпускается в вашей республике. Теперь мы приветствуем единственную девушку, Алену Карташову, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по борьбе, старший тренер женской сборной. Алена, приветствую. Добрый день, уважаемые дети, спортсмены, будущее, наше будущее, вы резерв. От вас, от вашего терпения, от вашего трудолюбия, от вашего желания зависит, станете вы чемпионами или нет. У вас созданы все условия, у вас прекрасный зал, и, надеюсь, хороший тренер. Поэтому теперь все зависит от вас, хотите вы стать или нет. От вашего желания, кто больше всего будет хотеть, тот и станет чемпионом, независимо ни от чего. В спорте разное бывает, так же, как и в жизни. Бывают падения, но именно у кого останутся силы, и кто больше всего будет этого хотеть, тот и достигнет хороших результатов. Я стояла на пьедестале Олимпийских игр, и все мои труды, я считаю, окупились. И каждому спортсмену, кто к этому идет, и на в своей жизни все на это ставит, тот и добивается. Поэтому я вам это желаю, кто этого больше всего хочет, чтобы достиг вот той самой высокой вершины, к чему все стремятся, к которой стремятся все спортсмены. Я вам искренне этого желаю. Оно того стоит. Всех приветствую. Приятно видеть молодое, подрастающее наше поколение. Все вы здоровые, сильные. Хочу сказать, что тот, кто тренируется, тот, кто пашет, тот достигает результатов, тот побеждает. Слушайтесь тренера, тренируйтесь, выкладывайтесь, радуйте победами своих родителей, своих тренеров, всех нас, кто болеет за вас, кто переживает. Самоотдача, упорный труд, режим, питание – это дает результат. Чтобы стать олимпийским чемпионом, что для этого нужно? Вопрос задали. Так, можешь все проходить. Сейчас ответим. Я что ли, да? Мы уже до этого говорили, ты, видимо, где-то отсутствовал. Что на этот, на кон олимпийской медали нужно поставить все. Это нужно каждый день жертвовать. Каждый день умирать на ковре, воскресать и снова умирать. Тогда вы станете олимпийским чемпионом.
режим, о чем Асламбек говорил, режим во всем. Дисциплина должна быть жесткая. Питание режим, во сне режим. И, конечно, тренер. Я считаю, что только в тандеме можно достичь результата. Хочу пожелать вам удачи, успехов, чтобы у вас, чтобы вы перед собой ставили цели стать олимпийскими чемпионами, чемпионом мира, Европы. И несмотря ни на что, чтобы вы шли к этому через трудности, я думаю, у вас все получится. Дальше удачи, успехов вам. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Поставили цель, и надо идти к своей цели, мечте. Так что, ребят, если будете трудиться, все получится. Аллаху акбар. Ну что,
олимпийские чемпионы, товарищи министры, минуточку внимания. Этого чемпиона мира, чемпиона Европы по борьбе Сажида Сажидова. Ибрагимова и Саванкова. Сегодня у нас в республике создаются все условия, и сегодня есть место, где, если есть желание трудиться, завоевывают олимпийские медали. И благодаря, что в Чеченской республике происходит, большой поддержке главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, у нас есть большая поддержка и помощь нашему подрастающему поколению. Хотелось еще раз выразить огромную благодарность тем организаторам и нашим гостям за то, что нашли время, пришли сюда дать мастер-класс и мотивацию нашему подрастающему поколению. Спасибо еще раз. Спасибо. Большое. И с юбилеем. В первую очередь, да, мне приятно быть на братской земле у наших братьев сегодня в Чечне. Конечно, в кругу своих друзей, тех людей, вместе с кем мы потели, мы работали. Во благо, наверное, в первую очередь своему роду, потом своему селу, району, городу, республике, стране. Эти ребята много что сделали, много что дали. И сегодня, находясь по ту сторону ковра, хочется молодым сказать и пожелать всего самого лучшего. И самое главное, чтобы вы верили в себя. Поверьте в себя, поверьте в то, что вы нужны. И от всего того, что вы делаете сегодня, зависит будущее нашей республики, будущее нашей страны. Поэтому вы должны быть людьми полезными обществу. Вы должны быть людьми победителями, людьми, которые продолжают то дело, которое передали вам ваши старшие. Поблагодарить своего коллегу хочу за такой прием. И мне очень приятно находиться такой... Можно сказать, белая зависть в том, что сегодня в республике, как было сказано и поддержкой главы республики, все для спорта, для детей, для подрастающего поколения делается. Да? Поэтому я думаю, у нас тут, нам есть много чему у вас поучиться, действительно прекрасно. Мы обошли коротко этот спортивный комплекс, очень много что здесь делается. И самое главное, я здесь говорил о том, что здесь есть дети, здесь работа кипит, здесь есть... то, для чего все это делается. Поэтому, я думаю, мы со своей стороны должны быть на таких мероприятиях, должны приходить, должны показывать молодым, во-первых, это дружба, это отношение между нами, что ничего нас не разделит, и мы всегда должны быть вместе. Всем удачи, спасибо, и, конечно, журнал, тот журнал, который про нас всегда писал, да, о нас всегда говорим. Поздравляю. Маечку вам. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Вот эта книга, да. «Борцы Шмидта». Это вот такая наша книга, брат. Да. 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 Здесь про борцов, про спорт. И очень много интересного в шуточном форме. Шуточное. Да. Написал и... наш друг. Мурат коллега Канаев, как, да, раз, да, нашего. И вот эта вот книжечка от Володи Иваницкого, спортивный, ребята, комментатор. Ребята, еще раз напомню, я спортивный комментатор. Отец мой олимпийский чемпион привел меня в эту замечательный вид спорта, профессию. Это его книга последняя, он, к сожалению, в 2020 году его не стало. Вот он написал книгу, называется «Ломанные уши», и я хочу ее вручить в честь десятилетия журнала «Борцовский круг» министру спорта Чеченской Республики. На долгую память. Да. Спасибо большое. Спасибо. Я теперь приглашаю вас на памятное фото пройти и сделать памятное фото. Давай. А ты хочешь, Азимов?